апреле 1929 года 16-я партийная конференция приняла программу первого пятилетнего плана. Он был рассчитан на построение фундамента социалистической экономики и полную ликвидацию капитализма внутри страны. Этим делам и замыслам активно противодействовали империалистические разведки, по-прежнему делавшие ставку на контрреволюционное отребье в СССР и за его пределами. Спецслужбы западных держав организовали налеты на советские посольства. Руками своей агентуры совершали диверсионно-террористические акты в Москве, Ленинграде, Донбассе. В то же время консолидировали силы международного пролетариата. Под руководством Коммунистической партии Китая одерживала первые победы китайская революция. Вместе с тем, китайские милитаристы, которые хозяйничали в северо-восточных провинциях Китая, поддавшись на провокационную пропаганду западных держав, начали впрямую угрожать дальневосточным границам Советского Союза. Главным объектом вражеской деятельности стала китайско-восточная железная дорога. Это обстоятельство налагало особую ответственность на деятельность пограничных войск, аппарат ОГПУ Дальневосточного края. Советская власть поставила перед вами четкую задачу – оградить страну от проникновения агентов международного капитала, шпионов, организаторов восстания, террористов, контрабандистов и прочей нечисти. Вот основные задачи ГПУ и ее боевого отряда пограничной охраны. Приказ председателя Объединенного государственно-политического управления по личному составу с объявлением о назначениях. Москва, 27 апреля 1929 года. В связи с успешным окончанием курса Московской высшей пограничной школы ОГПУ приказываю. Слушай, браток, выручи меня, а? Тихо. Дай мне свою гимнастерку. Да что такое? Да потом объясню. Да погоди. Выходить не нужно. Да что случилось? Ну вот, спасибо, браток. Всю жизнь не забуду. Я скоро верну. Верну назад. Пока. Верни. Могилова Алексея Кузьмича. В распоряжении полномочного представителя ОГПУ Дальневосточного края. Товарищ Могилов ехал к нам на выпускной вечер, но случилось так, что он помог работникам уголовного розыска задержать опасного преступника. Это прекрасно, товарищи! Это наглядный пример тех совершенно новых взаимоотношений между работниками государственного аппарата, когда нет моего и твоего, а есть наше, общее. Ибо все мы, в каких бы ведомствах мы ни работали, какие бы посты ни занимали, все мы, прежде всего, граждане первого в мире социалистического государства. Слово сказать не дадут. Зайдем куда-нибудь. Шура, у меня живых. Тебе не кажется, что здесь не место для объяснений? А тебе не кажется, что у тебя для меня всегда ни времени, ни места? Ну, пойдем. Ну вот прекрасно. Теперь я тебе все скажу, а ты все выслушаешь. Жора. Товарищ, нам поговорить нужно. Вы не были бы столь любезны и не перешли бы в другое место. Я вам буду бесконечно обязан. Так другого места нет. Все заперто. Жора, ты слышал? Другого места нет. Поговорим после концерта. Товарищ, давайте я вам помогу.
У меня это лучше получится. Да не надо, ну что ну, вы? Давайте, сам... давайте. Оля. А что это он, а? Пограничник. Как говорится, с молодых ногтей. На польской границе служил. Угу. Живых белых видел? Бандитов. Они грабили, убивали, насиловали. В общем, никого не щадили. Ну, а мы их обезвреживали. Ты боялся? Бою. Пули только дурак не боится. А вот я спросила белых, а ты сказал бандитов. Это что, одно и то же? Сейчас одно и то же. Раньше... Раньше у них хоть идея какая-то была. Тухлая, но идея. А сейчас... На, надевай и пошли. А то у меня выход. Спасибо. По-моему, ничего. Отлично. Я не понял, а какой выход-то? Я певица. Прощай. Послушай. Ну, в общем, спасибо тебе. Ты же говорил. Должен прямо сказать, она мне нравится. Товарищ Могилов, я слышал, вы преуспели в изучении китайского. Это очень трудный язык. Дело в том, что мой командир в совершенстве знал польский, а он для меня большой авторитет. Да и потом я слышал, что вы сами, Вячеслав Рудольфович, в совершенстве знаете 6 языков. Если быть точным, 19. Нинджидао чунгохуама, ходжеши нэндушу. Нинджидао дошао. Вы только говорите или умеете читать? Сколько иероглифов вы знаете? Каким диалектом владеете? О, эншо нанзин фаньян. Как и вы нанкинским. Тяньнин ян. Дальше Буши... Но говорю не так чисто. Финляндии. Ходжидао дагай, тянь убай. Знаю 1500 иероглифов. Молодец. Когда-нибудь знание иностранных языков станет нормой, я уверен.
Вы молоды, увидите это. Только не забывайте, что все это народу дала Октябрьская революция и советская власть. Форму шил, билеты заказал. Ты сама сошла. Там же сплошные комары. Ну, Соня, ты не права. Там рыбалка хорошая. А ты хорошо пела. Правда? Правда. Скажи, а в городе, в котором ты служил, там были рестораны? Да нет, ну... Трактиры скорее. Певицы были. Но хуже тебя. Да? Никакого сравнения. Спасибо. Знаешь, мне это очень приятно и очень важно. Вот мы и пришли. Прощай, товарищ Алексей. Ну что значит прощай? Увидимся же еще. Когда? Не пора, Леш. Поздно уже, вернее, рано. Ну так когда увидимся? Леш, ты даже не представляешь, какой трудный вопрос ты задаешь. Почему? Пока. Поехали со мной. Куда? Выходи за меня. Замуж и поехали со мной. Леша, ты с ума сошел. Ты не понимаешь. Что? Тише. Леша, ты не понимаешь, это невозможно. Ты замужем? Нет. Ну так а почему же? Ну да. Ты извини меня за нахальство. Прощай, Леша. Вот он, Байкал. Довелось таки увидеть. Первый раз, значит? Первый. Видать, на службу едете, товарищ командир. На службу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Вот, угощайтесь. Дары дальневосточной тайги. Ешьте на здоровье. Спасибо. Дед, а где ты живешь? Как сказать, в Маньчжурии, стало быть. Как так? А вот так, там на железке служил со времен царя-государя. На КВЖД? На ней. Я на станции пограничной стрелки двигал до отпуска. А теперь велено подняться в самый Харбин в управлении дороги. Что ж там будешь делать? Ну, начальство виднее.
А, пограничник. Ну как, выспались? Выспался. Ну что, может, ресторан? Да нет, я уже поужинал. Да нет, я по случаю знаком. А, можно, но лучше завтра. Завтра. Завтра для дураков, пограничник. Личный наряд. Проверка документов. Благодарю. Здравствуйте, товарищ командир. Здравствуйте. Ваши документы. Вот, пожалуйста. Благодарю. А в чем дело? Что случилось? Читайте. Убил сотрудника в Хабаровске. Завладел оружием и документами. Имейте в виду на всякий случай. Ого. Так. Он сейчас в ресторане едет со мной в одном купе. Вещи? Нет, вещей у него нет. Будьте здоровы. Будьте. За удачное путешествие. За удачное путешествие. Оружие в порядке? Ну что, вперед? Да нет. Так он догадается. Придется мне одному. А вам быть начеку, если что, поможете. Есть. Ну ладно. О, пограничник! Так что, не спится? Да вот. Ну, а я что говорил? Слушай, уступи место, а? Пожалуйста, с большим удовольствием. Да ну, спасибо. Садись. Давай, садись. Ну и что, просим товарища чекистов посильно выписать ружниками тайги. Все правильно. Ну как? Буфетчик, нам графин водки. Тихо, без шума. Там были пограничный наряд быстро. Частей китайской армии в Хайларе находится 6-й пехотный полк в составе 6 рот. Каждая бомбометная рота 6 бомбометов, каждая пулеметная рота 6 пулеметов.
Штаб Хайларин. Товарищ Могилов, проходите. Приемная полномочного представителя ОГПУ. На станции Угнор, третий Кавполк. Сведения, полученные от нашего человека Хайлари, и перепроверены военной разведкой. Все, вы свободны. Сиди, сиди. Обнаглели белокитайцы и белогвардейцы. Вот что я тебе скажу. Чуешь, какие силы сосредотачивают? Твой отряд занимает ключевые позиции на границе. И по должности ты наш первый помощник. Что произошло в поезде? Я познал этого типа по фотографии. Мы приняли все меры. Поверьте, товарищ полпред, приняли все меры. Я виноват. Ребята нет. Он владеет приемами какой-то специальной борьбы, которую мы не знаем. Пока не знаем. Две недели назад наш сотрудник возвращался из командировки. Поздно вечером по дороге домой на него напали вооруженные люди. Оружие и документы ими похищены. Извини, товарищ полпред. Китайцы? Мы полагаем, что это была разведгруппа белокитайцев. Мне кажется, что этот агент и убил нашего сотрудника. Все, приступайте к работе. Есть. Прощаемся, господа. Не обессудьте. Я бы не хотел, чтобы вы махали платками нам вслед. Нервы уже не те. Да. Простите великодушно. Конечно, конечно. Прощайте. Пойдем, Аглая, пойдем. Я понимаю, прощайте. Я все понимаю. Прощай, мой ангел. Храни тебя Бог. Прощай, прощайте. Мне будет очень тебя не доставать. Пойдем. Сколько мы перенесли вместе. Зачем мы шли? Не забыть. Ты когда-нибудь думал? Только ты не трогай этого. Святые мои, это наша гордость. Нет, извини, мы бежали из России. Мы бросили родину ради чего? Чтобы сдохнуть с голоду. Ради кого? Ради бездарных вождей. Вот, это говоришь ты. Ты русский офицер. Я. Трижды я. Я видел начало революции. Оно было прекрасно. Молчи. А я не понял. Я не понял. Ничего не понял. А теперь ты поймешь. Надеюсь. Счастливец. Поцелуемся. Да. На счастье. Полицию. Не нужно. Это стыдно.
господа. У вас есть только одна возможность. Вы немедленно возвращаетесь в Харбин. Это приказ. Я еду в Россию. Я и моя семья. Послушайте, господа, господа. Образумьтесь. Вы получили приказ. Вы же знаете, что неисполнение приказа карается смертью. Я еду. Я только что приехала, мне нужно снять недорогую квартиру. Как это здесь делается? В центре города, на Геринской, есть квартирное бюро. Вам желательно со столом? Не имеет значения. Там вам помогут. А извозчики знают, где это? Нет, вы поезжайте лучше на рикшу. Почему? На лошади дорого, милая, а на человеке гроши. Спасибо! Мадам, садись, куда едете? Не надо в Киринскую, там Киринская, я знаю, знаю. Мадам, садись, поехали. Мадам, садись, твоя садись, моя поехала. Твоя садись, моя поехала. Твоя садись, садись. Садись, моя поехала. Жанлу, Жанлу! Я по объявлению. Здравствуйте, господа. А вы со столом или без? Со столом. Я очень-очень. Вы даже не можете себе представить, как я. Тише. Не знаю. Позвольте представиться. Полковник бывший Барков Александр Яковлевич. Очень приятно. Дворянин. Прошу вас. Пожалуйста. Прошу вас. Вы знаете, как называются наши места? Нахаловка. Вы не беспокойтесь, Александр Яковлевич. Я все знаю. Меня ваши условия устраивают. Они сказаны в объявлении. Там сказана отдельная комната. Да. Прошу вас. Прошу вас. Вот. Вполне отдельно. Вполне. Ну, конечно, конечно. Меня устраивает. Прошу вас. Знаете, я певица, приходится заниматься. Я не ошиблась, у вас есть инструмент. А в объявлении сказано, что вы даете уроки музыки. Я не даю уроков музыки.
Это здесь никому не нужно. А в газетах это, знаете, в надежде на русскую авось. Меня зовут Аглая Степановна. Ольга, надеюсь, мы подружимся. Здесь очень много русских, но все врозь. А какими судьбами вы в свободном Харбине? Из Москвы. Вообще-то я приехала в управление дороги, клуб, учить петь. Знаете, лично мне советская власть ничего плохого не сделала, но я решила не возвращаться из-за судьбы родителей. Я понимаю. Златоглавая Москва, звон колоколов. Саш. Простите. Мы ведь с Аглаей тоже жили на Большой Якиманке, возле особняка Игумнова. Ты помнишь? У нас был большой дом со львами у входа. Может быть, вы видели, проходя мимо, случайно? Нет. К сожалению, нет. Скажите, а здесь можно найти какое-нибудь занятие, ну, чтобы прокормиться? Как сказать, ведь в кабак вы не пойдете работать, а в других местах очередь. Да-да, дамы, девицы и самых лучших фамилий. Вы позволите? А, пожалуйста. Сударыня. Могу ли я видеть господина Алексеева? С кем имею честь? Ольга Разметальская. Прошу следовать за мной. Пойдите. Сюда. Высокородию госпожа Разметальская. Что у вас в сумочке? Прошу.
сударыня? Я ищу работу. Из Советской России? Прошу садиться. А как вы догадались? У нас, говорят, ищу службу. Я слушаю. Меня зовут Ольга Владимировна. Я дочь камергера высочайшего двора Владимира Петровича Разметальского. Отца расстреляли большевики в Киеве. Отца там. Мать умерла. И решила остаться вне пределов СССР. Я певица, и вы можете послушать меня, если, конечно, пожелаете. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Собственно, о чем? Согласны ли вы мне помочь? Сударыня, вот, извольте, службу ищут графини, княгини, матери, дочери, сестры и тещи. Теперь в храбине текут реки голубой дворянской крови самой высшей пробы, смею вас уверить. Почему же вы решили, что мы должны помогать не им, честно прошедшим свой крестный путь до конца, а вам? Беженки из большевистского рая. Вероятно, вас обнадежила та легкость, с которой вы попали ко мне. Не обольщайтесь. Не надо. У нас свобода. Мы не комиссары. Мы принимаем всех желающих. Но помогаем не всем. Господа, разрешите представить вам нашу очаровательнейшую гостью из Советской России, что? Ольга Разметальская. Крепость.
Ваш храм, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый. Так вот, товарищ Минжинский, Ольга Анисимова уехала в Харбин, в управление КВЖД. Я писал ей, а письма оставались без ответа. Я пошел в НКПС. Вы не волнуйтесь, товарищ Скворцов. Да-да. Извините. Так вот, мне сказали, что Ольга там не работает. И она... Я хорошо ее знаю. Я не верю. Мы внимательно читали ваше заявление, товарищ Скворцов. О чем вы просите? Ну, вы единственная организация, которая может помочь, спасти. Потому что... Ну, я прошу вас. Я вас очень прошу. Гражданка Анисимова, ваша жена? Нет. В смысле, то есть... Она невеста моя. Товарищ Скворцов. Вот харбинские газеты. Посмотрите. Гражданка Анисимова попала в болото Махро и Белогвардейщины. А это уже серьезно. Вам придется примириться с мыслью об этой потере. Ну что, далеко еще? А вон поворот. Товарищ комендант, вас там и ждут. Что-то не вижу. А это ихняя маскировка. А вон и они.
А что, наверное, любит его начальство? Да ругают редко. У нас всегда все в порядке, товарищ начальник. Только вот уж очень суровый человек наш комендант. Товарищ помощник начальника отряда. Да не надо, давай попроще. Есть попроще. Как дела? Китайцы постреливают. Так. Ну а чем занимаются заставы? Первая, вторая, как обычно, третья пашет. Не понял, что значит пашет? Кому не помогаем? А на первой заставе закончили оборудование опорного пункта. Если что, сможем даже легким танком противостоять. Ну да. Да? Поедемте посмотрим. Куда? На первую? Да. Да нет, давай уж на третью. Посмотрим, как вы там пашете. Есть. Бурлюк, за мной. А. Так что говоришь, строгий комендант? Да. Без сочувствия. Это почему же? Ну вот я, к примеру, письмо получил. Невеста за другого собралась. Я говорю, отпустите на 3 дня. А он говорит, не положено. Другую найдешь. А я эту люблю. Ты что, серьезно любишь? А как же? Уверен? Ну ладно, тогда давай с ним рядом. Попробуй поговорить. Может, отпустит к невесте. Рядом нельзя. Почему? С той стороны бабахнут, одной пулей прошьют. Стреляют, как циркачи. Да? Ну ты не тушуйся, давай. Речку. Видите? Вижу. Граница. Ну а где живут коммунары? А вон там мельницу ставят паровую. Они нам тоже помогают, когда фуражом, когда людьми. Это хорошо. Хорошо. Слушай. Отпустил бы ты этого Бурлюка на 3 дня? К невесте. Уже успел, Пронера. Не понял. Да вы его слушайте, он вам наговорит. У него в каждый отпуск новая невеста. Слушай. Брат, так ты, оказывается, умелец. Ну, родимая, ну. Ну что, Бог в помощь? Товарищи пограничники. А мы не верующие. Здравствуйте, товарищ командир. Здравствуйте. Ну-ка, дай-ка мне попробовать. Хорошее дело. Застава! В ружье! Отгулялся.
Несите на заставу. Ну-ка, развяжи. Есть. Воды! Быстро! На. Подержи его. Ага. Ты кто, браток? Ты кто? Тут мертвые. Ну, свои мы, свои, свои пограничники. Кто ты, откуда? Брат, ты... Родимый, братцы, милый, Господи, Боже ты мой. Ну, ну кто ты? Кто? Кто? Лосев. 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 Откуда? Фамилия. Со станции. Лосев. Лось. С той стороны. Ворвались. Пьяные солдаты. Человек. Что? Сарай. Баб. Детишек. Я им говорю. Ходят. Ну? По-китайски, значит, не гоже так. С бабами и малыми детьми обращаться, а они тут же всех в сарай и сожгли. Да не может быть. Не может. Ах, не может. Вон, 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 не может. Вот, вот, не может, не может. Да что ж... Не может, вот, вот. Товарищ комендант. Тут какая-то бумага! Трупы унести. Становись! Историческая справка. Китайско-восточная железная дорога, сокращенно КВЖД, магистраль, проложенная через Маньчжурию к порту Владивосток на основании договора России и Китая. Дорога находилась в совместном пользовании обеих стран и обслуживалась советско-китайским персоналом путейских рабочих, машинистов, поездных бригад. С началом белогвардейско-белокитайских провокаций в зоне КВЖД вся тяжесть террора и репрессий обрушилась на служащих дороги граждан Советского Союза. Прошу вас, товарищ Меньшинский. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Сталин. Как ваше здоровье? К сожалению, отдышка не отпускает. Хотя мой доктор пробует на мне какой-то новый метод. Вам нужно
основательно отдохнуть. Чтобы преодолеть ваше упрямство, мы вам предпишем отдыхать специальным решением Политбюро. Ну что вы, товарищ Сталин. Перейдем к делу. Ваше мнение о событиях в Харбине и на китайско-восточной железной дороге? Провокации китайских властей – это начало широко задуманных акций на советско-китайской границе. Нам стало известно, что в этих акциях кровно заинтересованы русские белогвардейцы. Более того, они берут на себя основной удар в пограничных столкновениях с нами. Китайцы подталкивают англичане и японцы. Англичане только что восстановили с нами отношения и предпочитают гадить из-под тишка. Японцам позарез нужна китайско-восточная железная дорога. Это стратегическая магистраль, с помощью которой они начнут готовить плацдарм для нападения на Советский Союз. А белые готовы помочь хоть черту, лишь бы навредить Советскому Союзу. Наши люди работают по разложению и расслоению белой эмиграции. Кроме того, мы готовим почву для перетягивания на свою сторону потенциально наиболее опасных вождей белых. Из белогвардейцев кто представляет наибольшую опасность? Маньчжурии. В Харбине действует негласный представитель великого князя Николая Николаевича, некто Алексеев. Активный участник белого движения, опытный военный, знаток методов партизанской войны. Пограничным бандитизмом заправляет, несомненно, он. Мы приняли ответные меры. Направление – Харбин. Хорошо. Укрепите кадры пограничных и внутренних войск на границе с Маньчжурией. В случае усложнения обстановки докладывайте незамедлительно. Товарищ Сталин, пограничные и внутренние войска выполнят свой долг. До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Сударыня, чем могу служить? Я бы хотела купить пианино. Для домашних занятий? Я певица, а дома только плохонький инструмент. Вам новый или подержанный? Неважно. Главное качество. Господи, наконец-то. Пожалуйста. Вот. Нет, может быть, вот лучше этот. Прошу. Мне нравится. Прекрасный звук. Попробуйте. У нас здесь, в Харбине, был сам Федор Иванович. Шаляпин? Да. Он поет эту вещь. Как поет?
Знаете, Оля, в моем возрасте умереть не страшно. Страшно никогда в Россию не вернуться. Владимир Иванович? Да. Из Москвы что-нибудь есть? Москва шлет вам привет, просит помочь информацией. Вы верите в судьбу? Я верю в Бога. Отлично. Вот, сложите эти деньги в сумку. Зачем? Сейчас мы поедем в ювелирный магазин. Вы мне поможете купить драгоценности и расплатитесь с хозяином. Поверьте, вы окажете мне услугу. Прошу. Безлюдно. Странно. Грабят. Обыватели предпочитают отсиживаться по углам. Прошу вас, входите. Что угодно, господа? Дама выберет. Все самое лучшее. Очень хорошо. Благодарю. Я хочу выяснить, так сказать, направление ваших интересов, господа. Если покупка будет серьезной. Нас интересуют бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды. Крупной каратности, высоких качеств. А право значения не имеют. И вообще лучше, если ее не будет совсем. Прежде чем приступить, пусть господа не обижаются. Как вы думаете расплачиваться? Наличными. Прекрасно. Очень красивые вещи. Высшего качества, мадам. Сиам, Африка. Мы берем. Все? Вы говорите все? Все. Расплатитесь, дорогая. Сколько мы вам должны? $235 000, мадам. У вас фунты, доллары, франки, марки. У нас вот. Извольте. Вас просят в пролетку. Прошу вас. Ах вы, черти, обманули меня. Полиция, на помощь, полиция. Это
В чем дело? Вот господин полицейский, эти русские вздумали еще и мошенничать. Мало того, что наш великий народ терпит на своей священной земле этих выродков, они еще и грабят нас. Это вместо благодарности за гостеприимство. Очень хорошо. Задержанный подтверждает сказанное. Я иностранец. Я не знаю ваших порядков. Я плачу теми деньгами, которые у меня есть. Чем же они плохи? Эти деньги, эти. Хозяин, приказчики, покупатели, деньги и драгоценности арестовываются в ходе разбора дела. Прошу всех пройти в полицейский автобус. Чтобы не компрометировать фирму, он ожидает во дворе. Мы поедем в полицейское управление. А куда мы едем? Через минуту будем на месте. Выходить по одному. Ваш гонорар. Это за мое участие? Мне, правда же, неловко. Это не пустяки. Вы мне помогли ограбить крупный ювелирный магазин. Вот в газетах уже есть полное описание этой экспроприации. Пишите расписку. Зачем вам? Пишите. Сколько там? 2000. Если вы из ГПУ... Если вы из ГПУ, с вами все кончено. Вы ввязались в уголовную историю. Если что, вас ждет каторга. Каторга бессрочная. Я могу идти петь? Извольте. Я бы хотела сделать для вас сюрприз. Если вы, конечно, пожелаете. Я хочу попросить вас. Скорее преклоните колени. Затеплите лампаду или белую божью свечу. Государь-император сегодня поутру расстрелян. И
наследник престола российского отдан во власть палачу. Вы не помните? Ведь я и мой отец были на свадьбе Дановичей. Отец сказал: господа, он сошел с ума. А у дверей рядом с горничной стояла маленькая девочка и слушала вас. Я понимаю, столько лет прошло, трудно узнать. Но эта девочка перед вами. Господи. Боже мой. Я подверг вас такому испытанию. Почему? Почему вы не открылись мне? Ведь черт знает, что могло случиться. Но ведь не случилось. Простите. Спасибо. Спасибо, что вы нас вернули к молодости, к прошлому. Ах, милая Оля, как это все безнадежно далеко. Молодость, весна, любовь. Тоскуете по России? Тоскуем. Криком кричим по ночам. Слезами горькими обливаемся. Господи,
Пусть посадят. Пусть. Но потом ведь выпустят. И будет снова трава. Русская. Своя. Река. Лес. А вы очень провинились перед советами во время гражданской. Вы знаете, в общем-то, я ведь военный. Случалось убивать. Всякое было. Всякое. Не просят? Не знаю. Но мне кажется, путь к прощению никогда не отрезан. Правда? Я тоже всегда ему говорю, пойди в консульство. А где? Где это консульство? Прости. Да и расправа у нас здесь короткая. А вы... Вы могли бы помочь нам в случае чего? Вы не так меня поняли. Я такой же желтый лист, как и вы. А вот хозяин у вас не желтый. Бандит и сволочь первостатейная. Вы думаете, на границе с советом Юшку кто пускает? То-то. Только я вам ничего не говорил, дружище. Понимаете? Ничего. Зря вы. Зря придите. Пусть привыкают. У них другой жизни не будет. Разве что хуже. Господа офицеры! Господин полковник, выпускной курс Академии Генерального штаба собран. Здравствуйте, господа офицеры! Прошу садиться. Господа офицеры, 2 года, в течение которых мы проходили теоретические дисциплины, перемежая теорию с практическим уничтожением красных вдоль советско-маньчжурской границы, остались позади. Нас объединяло братство и наш девиз. Национализм, социальность, монархизм. Сегодня мы пришли к финишу. Его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич, местоблюститель российского престола, и вождь нашего союза младоросов Александр Львович Казымбек поздравляют каждого из вас с следующим чином и желают успеха в святой борьбе против большевиков. Господа офицеры, ура! Ура!
17. Станкач. 21. 24. Еще один станкач. 27, 28, 29. 60. 62. Третий станкач. 65. 69. 70. Ходя! Ко мне! Долго еще? На нагой цинцы хай юэн бу юэн? На зо сяо шан, канчен мэй канчен, Чангуан сенсэн. Он спрашивает, видит ли дерсовка? Чангуан да ту нэн кандо. Сянцэн чу зай санчао сябян. Шама шама? Сяоцэн чу зай санчао сябян. Гунша шэвэн душы гуаршэвэйкэ. Он говорит, подножие сопки, деревня. Там живут большевики, коммунары. Вперед. Теперь давай на заставу. И как можно быстрее. Доложишь начальнику, банда, мол, движется по направлению к коммуне. Мы с Богдановым ударим по ней с тылу. Задержим. Только ты давай, братан, быстрее. Есть. Хочется. Так точно, ваше благородие. Хочется. Таким образом, на участке отряда обстановка практически постоянная. В среднем 2 огневых контакта с противником в день. Это значит, что противник, прощупывая надежность наших границ, готовится к решительным действиям. О политической ситуации вы все знаете. Товарищ Могилов, доложите, чем располагает ваш аппарат. Донесение по прямому проводу управления пограничной охраны и войск полномочного представительства ОГПУ Дальневосточного края. Расстрелы, повешения, пытки советских граждан подтверждены документально. Китайские солдаты и русские белогвардейцы мародерствуют. Избивают людей до потери сознания. Белогвардейская пресса в нецензурной форме пишет невероятные, провокационные вещи при полной поддержке китайских властей.
Расстрелянных советских людей полиция и солдаты зарывают за Харбинским кладбищем. Партийцы и комсомольцы разыскали это место и ночью тайно вырыли несколько трупов с отрубленными головами. Из лагеря Сумбэй, где содержится до 3000 советских граждан, служащих КВЖД, получена записка. Терпеть больше не можем. Пришлите яд. Смотрите и запоминайте. Это не люди, это бешеные псы. Да, эти не пощадят никого. Идемте. Москву. Москву. Барышня, Москву. Срочно Москву. Господа, за мной! Прекратите! Прекратите! Руки прочь! Пошел! 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 И... Тогда Хабаровск. Алло. Хабаровск. Хабаровск. Докладывает генеральный консул Советского Союза в Харбине Мельников. Здание советского консульства подверглось нападению со стороны местных полицейских и белогвардейцев. Срочно прошу связаться с Москвой. Ваши действия незаконны. Это провокация. Я заявляю решительный протест. Аминте Цукани. Обыскать все помещение. Особое внимание документам с грифом «Секретно». Сотрудникам консульства оставаться на своих местах. Не разговаривать. Молчать. Документов пленума ЦК Коммунистической партии Китая. Июнь 1929 года. Империалисты толкнули гоминдановское правительство на налет и обыск советского консульства в Харбине, рассчитывая под предлогом захвата КВЖД организовать военное выступление против Советского Союза. В интересах национально-освободительной борьбы Китая трудящиеся Китая должны решительно подняться на защиту Советского Союза. Г.
Господин посол, народный комиссар, товарищ Литвинов, ждет вас. Господин посол, правительство Союза Советских Социалистических Республик уполномочило меня заявить самый решительный протест по поводу действий китайских властей в Харбине и на КВЖД. Моей стране причинен огромный материальный и моральный ущерб. Господин народный комиссар, я никак не могу согласиться с подобной оценкой. 你同意的话，我将用俄文来解释。 Я прошу разрешения все объяснить по-русски. Очень сожалею, господин народный комиссар. Вполне по-дружески могу сообщить, что местные власти ОРВП действовали так потому, что в здании Советского консульства проходило заседание Третьего интернационала, что недопустимо. Я прошу вас довести до сведения президента Чан Кайши следующую ноту советского правительства. Правительство Союза Советских Социалистических Республик вынуждено заявить, что так как китайские власти всеми своими действиями доказывают явное свое нежелание и неумение считаться с общепринятыми нормами международного права и общения, то СССР со своей стороны отныне не считает себя обязанным руководствоваться этими нормами в отношении китайского представительства в Москве. И что за этим представительством и консульствами впредь не будет признаваться право экстерриториальности. Я не смею вас более задерживать. Господин полковник, вам госпожа разметальская. Я принесла вам полную программу. Взгляните и утвердите, если, конечно, не будет уточнений. Если не возражаете, завтра. Сегодня много дел, писанины. Угу. Это в Токийский банк. К вечеру будет еще 5 раз постольку. Должен составить ведомости для рассылки денег в банки Европы и Америки. И такие доходы дает вам ресторан? Ресторан. Главный источник – та сторона. Как? СССР. Мы экспроприируем ценности, забираем с плантации мак, а это опиум, это тысяч. Вы так мне доверяете? Вас послал мне Бог. Я ждал. Верьте мне. Вот видите, Бог. А вначале вы полагали...
Я понимаю. Смерть, кровь. И на этих деньгах тоже. Вы не задаете мне вопросов, но я их вижу в вашем сердце. Бандит, палач, убийца. Молчите. Я еду завтра в Пекин. Пойдемте со мной. Вы все поймете. Итак, до встречи, господин Лю. Как договорились? Одиннадцать лет назад страдалица умер за нас. Они вызывают о справедливости. Будет справедливость, святой отец. Будет. Почему это комедия? Что общего между тем, что вы делаете, и этими романовскими мощами? Мне казалось, вы серьезный человек. Вы помните деньги на столе? На моих счетах сотни тысяч. Вы думали, я прожигаю жизнь? Содержу любовницы лошадей? Нет. Я веду святую борьбу за святое дело. На русский престол должен вернуться законный царь из дома Романовых. Пока я жив, я буду делать для этого все, что могу. Господи! Романовы! Мираж! Фантом! Их имена давно забыты в России навсегда. Сергей Владимирович, ах, Сергей Владимирович, неужели мы только тени и служим теням? Неужели наш изначальный удел – тьма, а наши муки, наш крестный путь бессмыслица? Ведь мы же русские. Господи, мы же русские. А где она, Россия? И где мы? Вера без дел, мертва есть. Поэтому я проливаю кровь, свою и чужую. Вы поймете, наша цель святая. Придет час, и первопрестольную огласит звон колоколов.
и радостные крики народа русского. Аминь. Да. Цель оправдывает средства. Это еще Макиавелли сказал. Нас ждут. Пора. Китайский народ не раз с успехом совершал то, чего не смогли сделать ни Александр Македонский, ни полчище Аттилы и Тамерлана. Если вы сейчас объединитесь с нами и поможете раздавить большевиков, мы отбросим их за Урал. В таком случае я гарантирую вам определенные материальные компенсации. Очень хорошо. Вы предлагаете республиканскому правительству Китая помочь восстановить монархию. Очень хорошо. 10 лет назад вы имели армию, оружие, поддержку всего мира, а против вас сражались оборванные фанатики, и они вышвырнули вас вон. Очень хорошо, но нет логики и отсутствия здравого смысла. Простите, вам не нужны сопредельные территории? Вы не смотрите в будущее. Управляющий банком Китая Джан Зао сказал, если бы не сбалансированы доходы и расходы, наш народ превратится в скопище хонхозов и нищих. Извините, у Китая много своих проблем. Китай не может еще решать и ваши. Обратитесь к японцам. Но администрация особого района восточных провинций помогает нам, насколько может. Глава ОРБП Джан Цзуолин был хонхозом. Его сын Джан Цзуолин тоже хонхоз. И вы тоже, извините, мыслите как хонхоз. Что это? Это государственные чиновники. Они брали взятки и подрывали основу государства. Можно просить убийцу, взяточника нужно убить беспощадно. А почему тела не убраны? Служащие, которые приготовились взять мзду, увидят это. Я думаю, это. До свидания. Главари эмиграции пытаются контактировать с представителями центрального нанкинского правительства и японцами. Толкают Китай на дальнейшее осложнение отношений с Советским Союзом и прямые военные действия против СССР. В случае захвата власти в СССР обещают китайцам территориальные уступки. Документальное подтверждение вам направляется. Руководство приграничным бандитизмом осуществляется местной организацией «Молодорос». Во главе Алексеев, он же Серж. Ликвидировать сложно, у него серьезная охрана. Что вы предлагаете? Где-то у границы у него есть конспиративная квартира. Заимка, точнее. Где? Пока не знаю. Но, вероятно, смогу туда попасть. Там надо организовать засаду. Пойди туда, не знай куда, принеси то, не знай что. Это ничего. Я попытаюсь составить план местности и запомнить направление. Человек, абсолютно владеющий топографией, чекист-профессионал, найдет это место на карте и обставит его. Но, к сожалению, такого человека у меня нет. Мои ребята простые рабочие, крестьяне, и вы слишком много от меня хотите. Я сам в армии тоже не служил. Надо думать. Да. Вам просили передать благодарность по вашей информации и документам. Наркомендел предпринял определенные демарши. В
На сегодня все, товарищи. Товарищ полпред, Могилов прибыл по вашему приказанию. Проходите. Есть предложение направить вас в Харбин со специальным заданием. Хотите подумать? Нет. Я согласен. Хорошо. Моим приказом вы временно откомандировываетесь в распоряжение представительства. Отсюда едете в закрытой машине. Садитесь. Вас поселят на окраине города, в нашей квартире. Адрес в Харбине: Дворянская, 12, магазин «Музыка». Хозяина зовут Фомичев. Скажете, моя сестра учится, нужен инструмент. Он извещен. Встреча ровно в 2 часа дня, в обеденный перерыв. Двери будут открыты. Что я должен сделать? Фомичев сообщит приметы местности, определите ее по карте. С помощью Фомичева организуете засаду на заимке. Возьмете некоего Сержа Алексеева. Это опасный государственный преступник. Потом доставите его сюда, живым. Об этом помнить. Но в крайнем случае я могу... Нет, только живым. Нужен процесс. Открытый, политический. Нужно обвинить и разоблачить белогвардейщину Харбина. Есть конкретная вещь. Это Алексеев назовет нам своих людей в пограничной зоне. С бандитизмом необходимо покончить. И вот еще. Что? Это, так сказать, в самом крайнем случае. В ресторане «Эксельсиор» работает певица. Она там одна, не спутаете. Если что, обратитесь к ней. И второе. С послезавтрашнего дня на 50-м километре Харбинского тракта вас будут ждать 2 человека с лошадьми. Назовете свою фамилию. Вопросы есть? Извините. Товарищ полпред, 1 минуту. Вопросов нет. Желаю успеха. Скажу откровенно, по-товарищески. У нас сейчас нет человека для этой операции, поэтому возникла ваша кандидатура. Вы владеете китайским, новый работник, и будем надеяться, пока еще не поле зрения китайцев и японцев. Все. Желаю удачи. Подозрительных связей не зафиксировано. Она приходит в «Эксельсиор», уходит домой. Никаких встреч, контактов. Голубка Божья. Вы допускаете, что человек из СССР не агент ГПУ? Вы не учитываете особых обстоятельств сегодняшнего дня? Нет. Я подозреваю госпожу Разметальскую априорно. Разве что...
Она уже дважды была в музыкальном магазине Фомичева и купила рояли. Она певица. Это верно. Но других фактов, к сожалению, у меня нет. Хотя, знаете, в частном разговоре, в обычном, за чашкой чая, мне показалось, она пыталась меня склонить... Да-да, склонить к возвращению в СССР. Я боюсь... Я назвал вас подлецом и бандитом. Она донесла? Пока нет. Вот что. Поступим вопреки фактам и логике. Возьмите китайца. И в обеденный перерыв, когда магазин опустеет... Он всегда пуст. Тем более. Потолкуйте с Фомичевым. Скажите, что нам известно, что Разметальский агент ГПУ, а он Фомичев, президент или как там... Связник, не важно. Грубо. Да. А если? А вдруг? Эта женщина мне нужна. И я должен быть в ней уверен. Понял. Через 5 минут обеденный перерыв, господа. Где ваши приказчики? Простите. Зачем вы так? Работа такая. Он не умер? Живой. Руки! Встать!
Оружие. Вы убили Фомичева. За что? Мы его допрашивали, а он молчал. Что вы от него хотели? Признание. Признание об одной женщине. Конкретнее, какой женщины? Певицы. Певица из ресторана «Эксельсиор». Владелец подозревал... Подозревал? В чем, в неверности, что ли? Что она из ГПУ. Кто владелец ресторана? Кто владелец ресторана? Полковник Алексеев, кличка Серж. Личный резидент великого князя Николая Николаевича здесь, в Харбине. Хорошо. Но учтите, если хоть слово солгали. Что, что? У меня же дети. Сейчас поедем в ресторан. Да-да, конечно, она как раз сейчас выступает. Так вот, если спросят, мы вместе воевали в гражданскую. Да-да. Вместе отступали. Вместе отступали, вместе воевали. Ольга! Браво! Браво! Ольга! 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 Космитальская! Ольга! Браво! Смотрите вы так, осуждающий всех, на кривлянье головы, как коготки. Я за 20 секунд копинем совсем от стакана банана. Водки. Ведь я институтка, я дочь камергера, вот осколок былого кровавый рубин. Теперь сутенеры, моя атмосфера. Привет, эмигранты, свободный карбин. Мой отец в октябре не стремился бежать, и для белого флага он сделал немало. Срок пришел и короткий приказ расстрелять. Завершил приговор трибунала. И вот я институтка, я дочь камергера и преданный родом отцовский рубин. И нет больше в жизни ни смысла, ни цели. Привет, эмигранты, свободный Харбин. А чего же, полковник, твой лоб так нахмурен? Отряхни, милой родины, горькую пыль. Мы ведь желтые листья
больше Бога и нет больше веры. Привет, эмигранты! Последний привет! Куда вы, господин полковник? Туда. А? Здесь очень жарко. А. Ну что ж, пойдемте. А зачем? На воздух. Только вы понимаете... На воздух, полковник, на воздух. Ну что, господин полковник? Вы знаете где-нибудь здесь укромное место, где мы можем поговорить? О чем? Тет-а-тет. Идет. О, мой дарлинг. Бэйб. Харри. Will you follow me? Здесь есть одно укромное местечко, где мы можем спокойно поговорить. Ну, вот и хорошо. Прошу вас. Нет, прошу вас. Прошу, прошу. Ну, давайте, давайте. Да. Что вы делаете? Что вы делаете? А? Безумие! Пустите меня, пустите меня! На помощь! На Фомичев убит. Я на грани провала. Нужно торопиться. Я достану машину, такси. Главное, чтобы этот Серж сел в нее. На 50-м километре Харбинского тракта ждут. Но на крайний случай скажешь мою фамилию. А если что? Он не ездит такси. Другого выхода нет. Извините, это бандитский район, а жизнь одна. Офицер. Здрасте, я никуда не поеду. Значит, офицер, где воевал? Зря стараетесь. В это сейчас в Нахаловку никто не поедет. Дерьмо все это. Хорошо. 10 тарифов. Деньги вперед. Ну что ж, с этого надо было начинать. Это офицер воевал.
Знаете, кем я был в 18-м? Умрете. Не догадаетесь. Монахом. Монахом? А потом... А потом вешал красных своих, кого прикажут. И с большим презиром, между прочим. А почему? Да потому что человек дерьмо. И на перекладе ему самое место. А вам чего в нахаловке? Насчет опиума или проституток? Или... Окей. Ну-ка, притормозите. А чего? Я вас ждал. Знаете, мне ужасно не нравится Барков. Я видела его с вами. Вы ему верите? Почему вы спросили о нем? Он ненавидит вас. Учтите это. Спасибо. Хочу попросить вас поужинать со мной. Если мое предложение неприемлемо, скажите прямо, не беспокойтесь. Я вам не сделаю ничего плохого. Так? Я согласна. Я согласна. Мы взрослые люди. Я должна стать вашей любовницей. У меня не было любовницы. Я никого не любил. Вы можете мне верить, не верить. Но вы мне нужны. Не знаю. Не знаю, пока не знаю. Не торопите меня. Я вам отвечу. Только не сейчас. И, пожалуйста, не здесь. Знаете что? Поедем ко мне. Нет, не бойтесь, не к Баркову. С сегодняшнего дня я снимаю прекрасную квартиру в центре города на Гиринской. Я вызову машину. Нет. Не надо. Обойдемся без машин. Без ваших людей. Вам решать, но
Это моя просьба. Хорошо. Такси можно взять у подъезда. Их всегда много в этот час. Прошу. Такси! Вызывайте вашу машину. Я согласна. Куда прикажете? Еринская, 31. Окей. По-моему, нам прямо. А нет, здесь ремонтные работы. Тогда сейчас налево. Черт. Что это с мотором?
Москва. Председателю Объединенного государственного политического управления товарищу Минжинскому. В результате служебно-оперативных мероприятий, проведенных полпредством ОГПУ Дальневосточного края совместно с пограничной охраной, на территорию СССР доставлен опаснейший государственный преступник Алексеев Сергей Владимирович. Констатирую резкое сокращение погранично-политического бандитизма и упадок активности организации «Младороссов». Полномочный представитель ОГПУ Дальневосточного края Дерибас. Минжинский, как фамилия чекиста, который столь успешно выполнил наше задание? Могилев, товарищ Сталин. У него есть дети, жена? Нет. Родители или родственники? Мать и, кажется, сестра. Уточните и сделайте все необходимое для этих людей. Семья чекиста Могилева не должна нуждаться ни в чем. Вы продумали, как наградить участников этой операции? Продумал, товарищ Сталин. Их надо наградить высшими знаками отличия. Они заслужили. В начале октября 1929 года пограничные и внутренние войска совместно с частями Красной Армии дали сокрушительный отпор белокитайским и белогвардейским силам, вторгшимся на советскую территорию. В связи с чем ЦИК СССР наградил пограничные войска Дальневосточного края орденом Красного Знамени. В телеграмме товарищу Минжинскому пограничники Дальневосточного края писали: «Беспощадно борясь с контрреволюцией, мы, верные заветам Феликса Эдмундовича Дзержинского, обеспечили нерушимость советских границ».